Ну что же, панк-рок-шоу снова возвращается. Только что приземлился в Тегеране. Время 5 утра. Сегодня у меня был насыщенный день. Я летел через Москву. Мы записывали подкаст. Я умудрился простоять в пробках и опоздать на вылет на свой. Но зато для вас был записан огненный подкаст с интересным гостем. Честно, по вам немножко соскучился. Самое главное событие. У меня родилась дочка. Я был дома. Две недели провел с нашим любимым ангелом. В общем, дорогая жена, я тебя поздравляю еще раз с этим прекрасным событием. Спасибо тебе огромное за такой божественный подарок. Я тебя очень сильно люблю, точнее, уже вас очень сильно люблю. Но время работать. Мы приехали, точнее, я пока приехал, Никола уже здесь, я вернулся в Тегеран. Сейчас мы поедем на недельные сборы в Сирджан. Две игры, которые были перенесены из-за ковида. Мы их доигрываем. И потом начинается плей-офф. Вот, так что не переключайся, будет интересно. Ну, точнее, я постараюсь это сделать интересно для вас. Ну, я братишку встретил. Мы сразу же перелетаем в Сирджан. Упакованный, я тоже с большущим чемоданом. Вон. Вам уже знакомый аэропорт. Значит, быстро накидаю. Никол, ты скучал по панк-рок-шоу? Элот. Смотрите, какой красивый, похудевший. Ух, работал в Сербии, да? Вчера не стал ничего вам снимать по прилету, потому что умахался мне, там дорога была длиннющая, еще пробки с утра зацепил. Сталинг? А? Сталинг? Да, ух, какой стиль, да. Носок, да, коротенькие. Оп, почесал немножко. Ну, молодец. Красавчик. Немножко почесал, видел? Как почесал? Почешу. Сейчас веселая история была, значит, ну, я иду с Game Ready. У меня внутри протеинчик и рекавери. Короче, на таможне сейчас на контроле, на паспортном, говорят, нельзя с протеином, потому что мы не знаем, что внутри. Для того, чтобы вас пропустили, вы должны попробовать. В итоге один протеин Никола попробовал, один я. Как, покажи, шоколадный был или какой, Драго? Да, вот так вот. Ой, ладно, раз попробовали, можно идти. Короче, веселят нас иранцы. Короче, Никола, наша неженка, решил, что ему нужно купить подушку. Братка, подушка нужна? Да. А как скажешь по-сербски подушка? Ястук. Ястук? Давай один ястук, брат. Дай една ястук, брате. Една ястук. Ястук, брате! Нет? Говорит, у меня нету. Второй, передал второму. Ой-ой, хорошая. Хорошо, нет? Я умираю от этого все. Ага, джей-джей. $5 за подушку. Берем, нет? You know панк-рок шоу? Панк-рок шоу. Do you know something about панк-рок шоу? На. No translation. Подпишись на канал. Say, подпишись на канал. Подпишись. Окей, Ю, подпишись на канал. Браво. Все, изи. Срочное включение. Срочное включение. Хенимов, это экстренное включение. Это у нас был один на мексикан бурглер. И вот второй. Боже мой. Feels good, eh? Look amazing, браты. Всем доброе утро, как сказал бы мой сербский товарищ. Исто удие. Доброе утро. Доброе утро, такоси. Мы находимся в городе Сирджан. Выступаем за команду Назмаваран. Кто пропустил? Да, говорит, что если у вас есть шанс посетить Сирджан, обязательно сделайте. Салам. Мы выдвигаемся на утреннюю тренировку. Сегодня настроены как следует прокачаться в каче. Будет, как говорят классики, салам алейкум. Как говорит, будет качественный кач сегодня. Немножко включим ножки, ручки. Мы приехали в Узальчик. Мы все ждем, когда же наши фотографии с Николой появятся. Look who is back! Look who is back! Ubi, dadashki! Ubi! You forget, huh? How I practice? Oh, yeah!
бич! Салам, дадашусы! Фарзат! Мой красивый! Хорошая мощь! Браво! Представляете, это у нас даже все ассистенты работают, это оранж. А? Браво! Это менеджер, все в каче. Тренера покажи. Камон! Айде! Айде! Давай! Камон! Камон! Айде! На улице все еще 20 градусов. Мы выдвигаемся на вторую. Сегодня поработаем чуть баскетбольчик. С утра был качественный кач. Немножко зарядили мышцы, так сказать. Выпуливаем на вторую. Сейчас вам тоже постараюсь, точнее, специально обученные люди постараются для вас записать. Никола вот стырил тачку, водил. Дуралей. А сейчас буду водилу снимать. Сейчас, короче, он выйдет. Он ушел. Водитель ушел в туалет. Hey, we don't need you. Stay here. We go by ourselves. Ciao. Принято решение без водителя. Никол, садись. You know the road. You have iron. You have Iron Man jersey. You can go. Мы врываемся куда? На базу! Мама Джун! Джун! Good, amazing! We back! We back! Короче, нас опять привезли в новое место. Голем и его сын Абу привезли в место какое-то вот такое на улице, короче, такая вот закусочная. So it's dessert, а? It's dessert? No, it's meat. Что meat? Что meat? Meat. Что meat? Mix it, the meat. And? Hey, it's good. Don't try. No, try, you try. I tried, like three of them. Короче, это выглядит как каша. Али. Oh, you don't like it? Oh, you like it? Ну это как каша с мясом, что ли? Meat is yeah, meat is mixed inside. No, it's It's каша, but it's meat is mixed inside. Каша с мясом? Like they put it in Nutribullet. Abu, when you come to Russia, I bring you to good restaurant. А вон у нас подкрепление. Это что? Это что вообще зеленый? Нет, ты попробуй. Попробуй сначала. No, wait, it's hot. Попробуй. Одну попробуй, пожалуйста. Лизни. Что это? It's a little more local. Что это? Like, что это, браты? Here's more taste. I don't know what is it. You see like 19 different things in here? I don't know. Это, короче, какая-то непонятная штука зеленая. Но какая тебе больше понравилась, вот это или вот это? This one? This one has. And taste of what? Иран. Короче, в общем, нам принесли по большой порции.
Как ты сказал, пшеничная каша, да? I think so. Короче, типа у них деликатес, это пшеничная каша. Но этот он уплетает за обе щеки только. Хлеб себе купил, меня за пепси отправил. Пепси с пшеничной кашей, как вам такой расклад? Если он может сделать, я тоже могу сделать. Yes. Упари небо. Мы здесь, в Иране прорываемся. Ух, панкрашо. Катастрофа. Вот так заканчивается наша тренировка. Don't forget my uniform, Reza, my man, bye-bye. Я все время забываю вам показать. Короче, вообще в Иране всегда славится доставка еды. То есть все время ты заказываешь еду, покажи, ёпты. Can you fucking leave me alone? Ой, короче, рисочек. Это все нам не здесь готовят, в отеле. Там что, картошка фри, you wanna bet? Картошка фри. Уяшки, This? Anything else, sir? The main dish. What do you think is? Салат. Там Which что? I don't eat, so you take. Там что? It's only one main dish, huh? No two. Open up. You ready? Давай. We ready? Woo! Chicken. Тут немножко проблемы у нас небольшие, но ничего. Мы работаем в этом направлении. So you gonna leave me? Really? That's how I feel? Вот такие у нас. Такой вот друг. Оставил мне еду. Ладно, будем есть. Здесь есть, кстати, у меня крутая кофта. Вот. Вы пишите в комментарии, стоит ли делать мерч или нет. Нравится вам такая кофта? Вот она, от Адмарованчика. Все, на связи. Короче, мы уже в аэропорту сидим. Наши паспорта забрали 2 дня назад. Вот нам выдали вместо паспорта. Доброго, Шалович. Куда? Федерейшн Картович. Федерейшн Картович. Вот, говорит, карта федерации. Покажи свою. Паспорт не нужен. Может, нас забрали в рабство? Нам паспорт не нужен? Идем на загрузочку. Вот такие в иранский самолет. Смотрите, это будет иранский Новый год скоро. Мы вернулись в наш отель Азади. Сейчас вам расскажу быстро. Ну, смотрите, как красиво. Что же у меня сегодня? 814-й. Вещи еще там. Такой вот. Такой вот номерочек. Ну, по-моему, очень. Даже ничего. Короче. Никола Баба. Загружаемся и на тренировочку. Гуляли мы с Николой, гуляли и наткнулись на какой-то рынок. Нагулялись на какой-то рынок. Так, специально для вас медленно прохожу. Какой-то типа китайский, что ли, да? Китай это или что? Вот, смотрите, палочки китайские. Вот это сын мой очень любит. Дошики. Ты знаешь, что такое доширак? No. Вот это доширак, знаешь, дошик. Hot water добавляешь и получается доширак. Да. Клубника, какие-то экзотические фрукты. Good! Добро пожаловать на панкрашоу. Так, что здесь у нас? Мороженое. Это что вообще? А, это имбирь, а? Да? Это
Окей, окей, I follow you. Короче, зато ничего не купили, но зато посмотрели. Сегодня у нас первая игра после почти месячного перерыва. Ну вот, сегодня будет игра и через день. Ну, то есть по старому графику игра, день отдыха, вторая игра. В общем, выезжаем на игру. Никол, как обычно, опаздывает. Классика. Funny, huh? Who is this car? Show me the document. Car. Document. Документ! Документ? Oh, I didn't bring that. The name? On your name? Of course, my name. Эй, wait. Баба. Из Toyota? Парк Солору. Toyota? Toyota? Иранин Toyota. This Mitsubishi. Baba. There, Toyota? Toyota. Iranian Toyota? The bed? What is the bag? For trash. For trash? So nice. Dadash. Эй. Wait. Эй. Эй. The new one, а? New one. Price? Wow, what a great time play by Esan Samadi. Hey, Dadash. Huh? İncize, ben de Rimut'e. Hey, nice, huh? Benzin or diesel? Ayda, can you tell dollars how much it is, idiot? This is Iranian Mercedes. Huh? I know how much dollars. He can... dollars, $500. What's going on with your maths, huh? Baba, let me check. Dadash, haydi, you stupid. Almost 40,000. 40,000 dollars now? Less or more. $40,000? Yeah. You stupid? Why? 4,000 or 40? 40,000. Baba, 4,000 is... 40,000? 40,000. How he got 40,000? Dragovic! Where are you? 40,000? Hey, Dadash. I send you flip-flops, you say $20, too expensive. Tu yebem ti lavu. Pas kardani. Pas kardani. Pas kardani. $20,000. Pas kardani. And come here, pas. Okay. Pas kardani. Where are you going next year? I go to Sirjan. No. You know what I'm saying? Next year you come back even stronger. Oh. Sirjan. Wow. These two way. These two? These two. Oh. I like it. Me, you, Dragostein. Salam, Dadash. Salam, Dadash. Oui, boss. C'est Tony. Guy, the black guy. Mama June. 50, you call me 5 times. And you send me 6 messages. And you didn't answer to me, I don't have to, my dear. I don't have to answer to you. You text me, you're a driver, you text me a message. Sir, I'm outside. Please, I'm waiting for you. Period. I told you and you didn't answer to me. I don't have to answer to you. I come down at 4, that's it. You don't have to call me 5 times. My wife don't call me 5 times. I don't know, my dear. If you don't want it, I'm being. I'm not your boy. You have my number by mistake. No, okay, I like it. No problem, my dear. Please, my dear, take us to the gym. Came to you. No problem. It doesn't matter. Car is car, but you cannot call me 5 times and send me 9 messages in 10 minutes. Because I think so, maybe you cannot see this one, you are sleeping and you are... It's not your problem again. Your job is to come at 4 and wait for us. Simple.
I'm packing everything and I cannot believe it. My shit is ringing and ringing. I'm trying to pray. I'm trying to do shit. I'm trying to pack. My shit is ringing and ringing and ringing. Just give me a message. Tell me I'm coming only. Do I have to? You come at 4? When I come down, we leave. Ну что, у нас 30 минут до игры, мы с Николой умудрились попасть в пробку, во все. Водитель начал там какую-то чушь пороть, ругались, орали. В итоге у нас 30 минут до игры, не переключайся, мы врываемся. Короче, а такого, наверное, вы еще не видели. Просто в конце четвертой четверти при плюс-минус очке, минус очко у нас, и вырубился свет во всем зале. Как вам такая ситуация? Такого еще у меня не было. Никола бросает в темное кольцо. Интересно, чем закончится наше турне? Где-то минут 25, наверное, 30 не было света, короче. Вот, в общем, игру мы проиграли, 2 очка. В целом игра была не важна, потому что ни команда Шамидор, ни мы уже не могли поменять свою турнирную таблицу. Ну, место в турнире таблицы. В итоге мы заняли 3-е место в своей группе. И теперь, получается, 3-е с 6-ым будем играть игры плей-офф через неделю. Сейчас мы летим в Сержан на 5 дней, будем тренироваться 5 дней. И потом возвращаемся, и уже начинается стадия плей-офф, игры на вылет. Первый раунд играется до 2 побед, второй раунд играется до 2 побед. И следующий раунд уже до 3 побед. В Сержане прекрасная погода. 26, наверное, градусов. Сидит вон воин сербский. Тоже готов работать. Сербский воин, ты готов трудиться и работать? Дай. Доджи. Джесси. Джесси, ты майку. Ты ебен. Как вы, Иде? Как вы, все добро. Наша, короче, карета на месте. Можем ехать, да? Да. Morning, darling. Что? Дорожку завершили? Точнее, я завершил. Товарищ мой еще трудится. Сейчас качнемся как следует. И дальше на вечернем. You know that you're gonna be in Pankrasov, that's why you put this, Why? To be beautiful. I'm always beautiful. No, you're not always beautiful. Always. Okay, open your hairs. Let's see. Где он? Beautiful. Гадаш. Очень хотят, чтобы сильная задняя была. Браво, Мир Аксен. Браво, Мир. Офари. А может и один раз ты поедешь сзади, нет? Чего я все время езжу сзади, у меня вопрос. Ты маленький. Я не маленький. Маленький. Хрестик хуй. 2 часа прождали, потому что кто-то забыл зарезервировать нам номер. Зато вот президентский. Типа президентский. И джакузи даже есть. Ничего себе. Часы есть, и душ есть, и туалет. Ну, правда, туалет по классике в душе. Ну, как бы. Вам ли не знать? Ну, вы знакомы с водителем, который не знает, куда ехать? Куда мы едем? Ага. Место 15 минут 30. Это новый, как новый, наш игровой зал, где будет плей-офф начинаться. Here's my picture right after that. Why is there your picture? Because we got the second place in like 7 years ago in this gym.
Значит, мы сегодня отренили первый раз в новом зале. Кольца, конечно, непонятные. Одно выше, другое ниже и жестче. Но паркет крутой. Бросков отработали. Завтра первый игра плей-офф. Мы играем с командой армии. Она же Подафан. Не переключайся, Панкрашов продолжает свое путешествие в Иране. Сегодня такой волнительный момент для меня, потому что это наша первая игра плей-офф. Был долгий путь проделан, в общем так скажем, нелегкий путь, были и обидные поражения, и победы. Но сейчас все совершенно точно обнуляется, и все твои предыдущие заслуги в зачет не идут. Вот, нам попался соперник армии, Тим. Мы уже с ними играли в группе. Ну, вообще, всегда тяжело играть с соперником, с которым ты уже до этого несколько раз играл. Вот. Посмотрим. Я надеюсь, что мы... Точнее, я не надеюсь, я уверен, что мы должны проходить, но совершенно точно игра будет непростая. Для меня это первый плей-офф в иранской лиге. Для моей команды это тоже первый плей-офф в существовании клуба, потому что они поднялись со второго дивизиона. В общем, вещи собраны. Рюкзачок на месте, настроение боевое. Едем на матч, не переключайся. Надеюсь, затащим и пройдем в 1/4. We're ready for the playoff, мистер Сатудах. Yes, sir. Бобарин Марьянович, Шарирьян Марьянович. Нимбо. Новая прическа у Нимбо. А это честно вообще, что вот у Сипагана вот такой автобус, а у Серджана вот такой. Сипаган. Есть, заходим. Где? Что? Что за передевалка? Опа! А тут можно и турнирчик скатать, кстати. Сучко. Как это называется? Back to classic? No comment. По стариночке переоделись кто где. И там вот вход в зал, потому что зал не подготовлен для 4 команд. Главное, сербский воин готов, все остальное не важно. Ты готов, брат? Да. Thank you.
в серии с Army Team и вышли в 1/4 финала. Вторую игру решил, точнее мы решили вам не нарезать, потому что, как выступил Антон, все правильно. Антон бросил 3.18, особо показывать нечего. Через несколько дней мы будем играть самые важные матчи сезона, это будет 1/4 финала Суперлиги Ирана. Мы попали на очень серьезную команду, вот, все мысли сконцентрированы на этой игре. Что хотелось бы сказать вам огромное спасибо. Я знаю, что там еще каждый день получаю много писем с вопросами, когда же будет выпуск и так далее. Сейчас возникли множество сложностей, непонятки с Ютубом. Мы запустили телеграм-канал, нам также нужна будет поддержка ВКонтакте. В общем, от вас, пожалуйста, активность, репост. Если есть какая-то помощь, обязательно пишите в Телеграме, подписывайтесь на Телеграм-канал, на Ютуб-канал, если это у вас есть возможность. Кстати, пока не забыл, в игре с Army Team наш товарищ Реза получил травму. Он сейчас будет проходить в ближайшее время обследование. Скорее всего, он порвал кресты. Такой был крик, мы с Николой были в шоке. Там несколько минут лежал, было неудачное приземление, но надеюсь, что, точнее, я более чем уверен, что Рез поправится и все будет хорошо. Продолжайте активно писать комментарии, потому что вы нас мотивируете. Мой товарищ и партнер по панкрашову Тим немного расстроен, что последние несколько выпусков активность подупала. Накидайте лайков, вот, и на связи, панкрашов здесь.